Секрет. Заходи. И что это? Воу! Опа. Это что такое? Это ух ты! Sister Location должен быть. А, подземный? Это пасхалка такая. Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Серега, Енот. Пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Сегодня мы играем в Майнкрафт на очень классной карте, потому что мы ее строили сами. Так, а мы хотим сегодня показать в этом ролике пиццерии FNAF, которую мы лично строили сами. Погнали, куда идти? Получается, прямо и направо. Уже отсюда видно, все очень круто смотрится. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся людям поднять настроение, тем самым продлевая людям жизнь. У Сереги, как всегда, очень классные скины. Да. Это Робби Злобный. У нас еще есть Макдональдс вот там вот. Можем как-нибудь сделать его обзор. Напишите в комментариях, хотите, запилим обзор Макдональдса. У нас очень много здесь классных построек. Так, здесь у нас что указано? Кто эту пиццерию строил? На пиццерии работали Робли, Енот, Виктор Кошак, а также подписчики канала Димас ТВ. Спасибо всем, кто помогал. Пиксель арты от Виктор Кошьяк. Кошьяк. Вот она, кухня. А, не, ой, это игровые автоматы. Ну, на них можно готовить еду, да? Да. Вот. Сверху встаешь и готовишь еду. Так, все четко, пацаны, старались. Видно, что не очень. Ну, классно, так, продолжаем. Здесь у нас туалеты. Да, сральники. О, кстати, давайте подрублю шейдеры, у нас есть очень прикольные. Не шейдеры, а текстурпаки. Сейчас, ребята, у нас сразу изменится игра в очень стилистику ФНАФа. Смотрите, теперь у нас это такие вот колонки, все четко. Все очень изменилось и круто смотрится. Продолжаем. Здесь у нас женский туалет и мужской. Понял, понял. И еще есть кабинет директора. Рядом с туалетами. Да. Такой запашок, наверное, директор ощущает каждый день. Ну да, как-то очень несправедливо. Вот здесь туалета. Сидит, вот здесь сидит и работает. Ой. И наблюдает, кто заходит и выходит. Идемте в самое главное, это офис. Посмотрим, что вы здесь в офисе настроили. Надеюсь, будет очень интересно. Да, прикольно. Здесь вот можно заметить это телевизор. В данный момент показывает здесь это, ну, одну из камер. Это вот повар готовит кушать пиццу. Надо очень издалека смотреть, чтобы это было на повара похоже. На игровом автомате повар готовит, гениально. Да. Так, а здесь подвал есть? Подвал? Да, есть, пошли. Идемте. Так, с текстурпаками круто смотрится очень. Так, крыша есть. Вообще по красоте все. В центр идем. И вот здесь вот есть вторая комнатка. Так, заходим. Так, здесь это подвал? Должна быть. Подвал. Да, вот вход. Ого, вы тут настроили, молодцы. Полноценный большой подвал. Да. Подожди. Здесь генератор стоит, что за который подает энергию. Энергию во всю пиццерию. Пасхалочка номер 3. А в чем пасхалка? Просто табличку найти? Нет, то, что саму комнату угадает рычаг какой правильный. А-а-а. Там не все рычаги правильные, да. Надо правильно уметь сделать еще, да? Система ниппель. Да. Да. Так, это у нас вот, пиццерия это FNAF. Это специально светлая. FNAF это 2. Светлая. Это FNAF 1, это да, тоже? Это нет, это FNAF 2 уже. FNAF 2, Димас. А, я понял, перепутал. Так. Его чисто... наш офис. Ну, главное, чисто, наше рабочее место. Чисто светлая пиццерия, где очень-таки, довольно-таки проработано очень сильно. Да, чувак старался. Над сразу видно, что он умеет строить. Над ней старался один человек, Дим. Один? Один человек старался. Да. Да. Но он построил не хуже, чем вы движухой. Ну, мы движухой, мы два человека строили. Мы сделали хоррорную версию второй. Да. Не такую проработанную, конечно. Ну, здесь прям, знаешь, много деталей. Очень круто смотрится, да. Все, мне нравится. Респект ему. Да это смотри, здесь даже есть вон Блумбой, где он обычно и стоит. Сейчас. Дим. Мы еще здесь посмотрим, давай вернемся.
Вот Балунбой. Вон он, Балунбой стоит. Ладно, пусть будет Балунбоем. Это мне нравится. Круто. И мы можем сколько серий теперь записать? Аниматроники пугают охранника. Это пиццерия. Если что, это пиццерия получилась в размере 1:1. Щетка, да? Комнаты как есть. Да. Здесь вентиляция, по которой ползет спрингтрап вонючий, зеленый засранец. Вот. FNAF. Ой, 4. Это вообще крутая пиццерия. Это скажи пиццерия FNAF 4. 4. FNAF 4. Дим, иди снаружи. Иду. Снаружи иди. Иду. Это не просто музычка. Коробка, это целый дом. Во, да. Так это же оригинал вы построили. Только дом должен быть двухэтажным вообще-то. Да, второй этаж есть. А, понял, то снаружи кажется, что один этаж. Так, давайте пройдем, второй посмотрим. Второй этаж есть, но он не стройный. Понял. Ого, вы там настроили халабуду. Халабуда. Сейчас мы зайдем, посмотрим, что вы. Один вход, как обычно, да? Да. Да. Окон мало сделали, мне кажется, да? Или так и должно просто быть? Так вроде и должно быть. Без окон? Что мы видели. Не, понял. С одной стороны. Не, передний. Так, я зашел вовнутрь. Вот, вот кто строили люди. Фенеоникс и FNAF... Ой, этот. Ха-ха, и Бизар. Так. Прикольно, здесь прикольно. Сейчас найдем. Все по четкому, да, сделали? Да. Да. Молодцы. Классические здесь комнаты. Такие комнаты. Даже, смотри, Дим, я специально для твоих подписчиков показываю. Это пока что в разработке. Так. Смотри. Секрет. Заходи. И что это? Воу. Опа. Это что такое? Это ух ты. Sister Location должен. А, sister подземный? Location. Это пасхалка такая. Так, я вижу, вы много сделали похожего. Чуть-чуть осталось доделать. Хотя что, да, вы все сделали, вроде нет. Так, вот тут надо нажимать. Бэйби. Кнопки. Здесь еще много чего работать надо. А здесь офигеть. Уже все. Тут это не доработали уже. Основное там комнаты, фонтан. Вот, у нас тут только одна локация проработана. Давайте покушаем. Абрегейшн. Вот. Здесь только вот сцена, смотри. Там, где сама фонтан. Там. Фантайм. А у нас есть хоррорная версия. Давайте хоррорную версию с мигающими лампами. Я помню, FNAF 2 есть. Ребята, сейчас будет самая прикольная пиццерия, которую ребята старались там редроками выставляли, все, да, чтоб мигало. Но надо да. починить механизм. Кто поломал механизм новый? Чанки. О, смотри, работает, чего ты? Да, это все работает. Ты нажимаешь просто на кнопочку, и оно все загорается, вот. Так. Здесь, как обычно, комната. Должны столы стоять, ну-то ладно. А вот если ты зайдешь в зал, Димас, то ты увидишь там очень интересное. Я могу сейчас починить по-бырому. Это очень быстро все делается. Давай. Да и так нормально все, чё? Не-не-не, там мигало. Мигало, как это в классической пиццерии FNAF 2. Там же мигал свет. Прям по глазам, да, бьет? Да. Давай енот. Так, мы пока посмотрим. Всё, отправился, да? А туалеты где? Туалет там где должны быть. Мигает, Дима, смотри. О, все, сделал, молодец. Или это чувак там летает сверху и рычаги клацает? Не-не-не, вот сейчас можешь выйдет. Вылететь? Тут все да будет. Я верю, я пошутил. Так, это последняя пиццерия или еще какие-то есть? Это последняя, да. Самая такая интересная. Ну еще есть пиксель-арты твоих подписчиков, но это никак не связано с пиццериями. Вот, ну что, как ребята вам? Напишите в комментариях, какая больше всех пиццерия вам понравилась. Ну а мне понравилась та, которую чувак сам строил. FNAF 2, она очень крутая. И чувак, видимо, такой, знаешь, у него есть талант. Мне третья понравилась. Прям, ну, это передает запах. Передает вид самой пиццерии с третьей части FNAF. Эхи, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.